Я, конечно, извиняюсь, но невозможно остановиться. Алла, не убегай, иди сюда. Алла, иди сюда. Да нет, я не должна. Должна. Алла, богиня кулинарии. На самом деле, если бы не она, ничего бы не получилось. А получилось божественно. Не могу остановиться, ем на камеру уже. Кушай, самочек. Единственное, что я, вот у меня вот бока уже выпирают, блинов, сладкого и всего. Но ничего, завтра в спортзал. Сгущенка? Я весь сгущенки, да? Да, а что, весь... какое блюдо больше всего? Блюдо, мне понравились все. Колодец и... Нет, наверное, все-таки самым оригинальным был пирог. Потому что, ну, оказывается, что можно не просто там, да... Карамелизированные фрукты понравились тебе. Карамелизированные фрукты завернуть в блин. Можно эти блины выложить... Улиткой? Улиткой! И сверху безе. И сверху безе, и это все еще и вот, как это называется, духовку. Я, не, ну реально, это выглядит реально как пирог. Недорогие продукты, а блюда получаются всякие ресторанными вкусно. Да, вот смотришь на него, кто скажет, что это не какой-то пирог. Это блины, ребята, смазните.